Бочный лук. Зрителем стала представительница города Якутска Белолюб. Мен жаным болчуттар Алинаны кытартып акабат дептер. Работаем по табло. Некоректе есть алана. Бүгүн финалдар. Так, Василий Воина у нас представляет город Якутск. Финалдар болот алар. Василий Воина Якутской ханасы тетти. Она Ефремова Айлита Бюлю Умат тетти. 9. Восемь. Из серии салона Оксан Теннис Дэхикикилл. Семь. Молодец. Десять. Восемь. Шесть. Восемь. Изи. Шесть или семь. Поле вот тогда разминка вот раз. Ахсан без исполза Васильева Айна Каенгер. Джакускай корот. Айна. Восемь. Алас. Девять. Семь. Опа. Десять. Девять. Итак, первый спарринг. И первая же перестрелка. Счет предварительно 29-25. А Игнатер? Город. Семь или восемь. Итак, поздравляем. Золотой медалью представительницу города Якутска Васильева Айна, город Якутск. Также поздравляю с серебряной медалью Ефремову Айлиту из команды города Вести. Айна, агардека игина. Багива. Ты га долго иду гуней? А, долго иду тумалах. Типа, еще вайда гатарете. А ну, хатамин кайда. А тебе теперь не серия, хотя даже бартон сын хестинги. А тебе того не было? А долго я была. А ты утром хачин, ты же еще и. А ты еще? Нар был под конец еще был будто. Оле. Ты же жарит там не? И кисел. А то утром хачин а или ты? А бильбепе. Ага. Ты реально не то, что нам крутой косин. Да, Борис Борисович, да? Борис Борисович спокойный тренер, вещей. То есть нарком или гар, нарф поддержка лырин тренер. Настройка лыры обычно ходят полашные. То есть калерчика хотя на воску индир, блин, еще было индир.
Бу первенствога оларга бастакы кыл медалиңде? Ох, албак кыл медалда. То есть ул Надежда Якутии бастауды. Ага. Кас медалгыны аган 2 кыл устата кас медалленгени кыл кемис. Кыл кемис бу 100 медалим болду. То есть 2 те. Ага, бу бирим Надежда Якутиете, анда бирим городской тугайте. Это была пандемия, когда вас такое дыхание было, да? Ты как это спикал, не было дыхания? Это когда спикал, мага именно кайярер. Он себе вопрос задал, то как охса ты там лгани? Охса, олен то, то есть более спокойный, то есть драга, ничего вай так оскута не было. Ну оску я на. Вот тогда, когда хенча алтахлах, тогда финал разыгранна. Саморцев Лев Ленский, он. Лабашов Али Бюлю. Али, да? Али Вилюйский. Это хорошо. Еще. 9. 9. 9. Счет 4-0. 8. 9. 8. Хорош! Хорош, набери 10 гардотового. Блюло. Опа! 10. 10. Ленская кайда была. Сан, ты таки был бы Ленинской тугатыр. Мне Лобашов, ты не салдыш. Семь. Девять. Опа, Ленинский выиграл. Победителем первенство в классическом уроке мальчика 2006 года становится Саморцев Лев, город Ленск. Поздравляем. И поздравляем Лобашова Али с серебряной медалью. Спортсмены, поздравляем друг друга. Сафонова Светлана, Хангаласский область. Второй щит. Архипова Диана, Хангаласский область. Топка. Хангаластер финал. Десять. Восемь. 9. 9. 8. 9. И 4. Рахсан Тенгнесте, Лимбахарла серия. Соперник севит кабитер. И кихангаласты. Астан алтатет. Поздравляем.
Поздравляю с победой. Спасибо. Это ваша какая по счету медаль? Первая. Да. В каких условиях тренируетесь в Ленинске? В 2017 году мы создали федерацию. Вообще лук у нас развивается с 2012 года. Ну и вот так получилось, что впервые у нас Лев стал чемпионом в истории Ленинского района. Поэтому ну, для нас это достаточно большое событие. А среди взрослых у вас есть чемпионы? Среди взрослых пока нет, только призеры. Вот в этом году на чемпионате республики у нас была серебряная медаль в блочном луке у женщин и бронзовая медаль в блочном луке у мужчин. Лев сделал прорыв, да? Да, он у нас первый чемпион Ленинский, поэтому наша гордость, да. А вы похожи, ваш сын, да? Нет, не сын. Просто долго тренируемся вместе. Расскажите про свой зал и на сколько метров вы там тренируетесь у себя на родине? Спортивный зал у нас игровой спортивный зал, 30 метров в длину, вполне достаточно, в принципе. На базе комитета по физической культуре и спорту все спортивные объекты принадлежат этому заведению, поэтому вот мы тренируемся, и секция у нас создана на базе комитета по физической культуре и спорту. Ну, я являюсь тренером по совместительству. Основная работа у меня заместитель директора этого комитета. На данный момент воспитанников немного, так как приходится тренировать только в вечернее время, неудобное для детей. Взрослых порядка 16 человек занимается и где-то около 10 детей. Лев, что чувствуете сейчас, вот взяв золото для Ленска? Это впервые, да? Вы вошли в историю, можно сказать. Чувствую радость. Радость? Да. Радость не передать словами? Да. Пока не может выразить эмоции. А сколько вам лет? 14. Сколько занимаетесь стрельбой из лука? 2,5 года. Хороший результат. А дальнейшие какие планы у вас есть? Ну, сейчас будем готовиться. И для того, чтобы участвовать во всероссийских соревнованиях, нужно в планы ставить выполнение мастеров спорта. Пока у нас мастеров нет. Ну, вот нынче Лев выполнил норматив кандидат мастера спорта. Будем ставить в дальнейшем выполнение мастера спорта. Винокуров Данил, он на Матвеев осе. 10. Батарея Турара, Винокуров Данил. Спортсмены попали по равному. Равному результату по 29. 10. 8. Лево, держи. 9. 8. 10. 9. 8. Итак, у нас закончилась четвертая серия. И представим спортсменов. Матвеев Айсен, представитель города Якутска. 9 или 8? 9. 7. 9. Давай. 8. 9. Победитель уже определился. Но дождемся решения судьи. Республики по стрельбе из лука среди юношей становится Винокуров Данил. Поздравляю. Поздравляем. Вот также поздравляем представителя города Якутска Матвеева Айсена с серебряной медалью.
Филиппова Амелия Сунтарского. Анна Власова Саяна Гитлер. Судья на линии. Музыка женская, да? Суденов Баир. Айка. Блучный дыр. Финал разогнанна. 9 или 8? 9. А, такое устало вот это. Тетя Вата устала. А? Когда ты? 8. Эй, тетя Вата, тетя Вата, вот так. Гриннади ганатым. 7. Восемь. Девять. Так, по второму счету у нас Амелия набрала 526 очков. И после квалификации она... Ахсан, это у нее сетонтолос кабулду. Восемь. Разрыв алта очко. Девять или восемь. Девять. Скоро мы узнаем окончательный счет. Следующий спарринг у нас блочный лук. Мальчики, цветы. Блочный лук. Победителем становится Филиппова Амелия. Сунтарский лук. Поздравляем. Также поздравляем Власову Саину. Татинский лук. Завоевание в серебряной медали. Представитель Сунтарского улуса, Легалкин Егор. Как ты? И второй щит, Лукин Вадим, также Сунтарский улус. Квалификации у вас плюс 6. Девять. Девять. Было первое место и с результатом 535 очков. Это Балкин Егор. Десять. Девять. 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 Десять. Итак, закончилась вторая серия. И предварительно здесь тоже у нас вторым, закончил вторым, с результатом 503 очка. Норматив первого спортивного разряда. Его тренер Аишиев Дмитрий Дамиевич. Здорово, Мингулянка Дерра. Он та сынгата. Вода. Так, по уточненным данным по... Ха-ха-ха-ха!
Вот-то. Инг. Отличную серию показывает нам в этой серии. Отличный стрелков в этой серии. Ребята занимаются вместе здесь в спорткомплексе. 9 10 Победитель у нас уже определился. Сейчас мы узнаем, сколько... Так, победителем первенства «Блочный лог» 2006 год и младше по юношам становится Мигалкин Егор. Поздравляем. Также поздравляем представителя Сахарского лося Лукина Вадима. Вадима. Серебряная медаль. Награждение юноши «Блочный лог» 2006 год и младше. Алексея Лукина Ивановича. Спортсмены выходят. Золотой финал «Блочный лог». Девушки, 2004-2005 года рождения. Первый щит. Поженимаева Алина, город Нерли. Белолюбская Карина, город Якутск. 10 9 9 9. Предварительно после первой серии Поженимаева набрала 28 очков и Белолюбская 26 или 7. 9 9 9 10 9 9. Спортсменки сейчас более точный результат нам выдадут. 9. И нервы не отпускают наших девушек. 4-я серия. Борис Борисович Урисов. Итак, 4-я серия закончилась. 9. Стоп, стоп. 10 9 9 9. Ну что ж, счет предварительно равный. Судьи будут определять, будет перестрелка или нет. Счет равный. 9. Ну что ж, победитель выявлен. В этой горячей перестрелке победителем стала представительница города Якутска Белолюбская Карина.
Итак, вердикт судьи подтверждается. Спортсмен на линии. Приглашаем на линию. Победителем первенства в очном луке становится Белорусская Карина. Поздравляем. Также поздравляем, пожимаем Алину с серебряной медалью. Поздравляем тренера. А сейчас начинаем. Представители Хангаласского Луса и Сунтарского Луса. Сейчас выясним, кто из них лучше. Антонов Александр, Сунтарский Лус. Соловьев Тимур, Хангалас Тимур. Судья на линии. 9. В этой серии также предварительный счет равный по 28 очков. Девять. И также эта серия у нас прошла в равенстве по 27 очков. Предварительный результат. Пишите явку своих спортсменов на награждение. У нас еще одна серия. Еще две серии. Стрел, так что дождемся результата. Нам объявили перестрелку. Да, перестрелка. Беди, он его задолгал. Именно качество нам кто-то говорит, тебе спит, то окей. Девять. Спортсмены сделали два по одному выстрелу и
Попали в девятку. Но стрела представителя Ханганарского Луса оказалась ближе к центру. И мы вызываем на линию. Вызывай. И победителем этого спарринга становится, золотая медаль остается Соловьеву Тимуру. Ханганарский Лус. Поздравляем победителя и тренера. Также поздравляем Антона Александра Султанского за красивую борьбу. И не забываем, сейчас награждение. Приглашается на награждение сразу. Я точно так же видел, Тимур. Поздравляем тренеров и также тренеров и всех. Первенство республики, а там был пандемийный тен для олар бутылок портихивятин ахтандар. Барта конгулиланнар портихивит баратурар, а там бастыгы бухибеды дюстихлаттан ла хагаланан, а там шедик бак программе барта шебайтик терилен баран хер. Там бу бихи ханалас хамандата фидбекки оғына қалдыбыт, икки возраска. Он там был квартиры, там был финалар, бутыгар золотой медальга тютоковут кидде. Он на тонти мере золотой медали лулар. Я хвалю. Ханадаска, ханна покроскага, ханна дертнавати, бегати туспа лукодром на хату или зали хигар дертнавату. О, бега кара покроскага дертна дертибут, он на этом лицеигар, еще бараха филиал. Ханглас Душага, ага. Мартина Павел Николаевич Парон на Дешковская Сардана Ильинична день. Беги без спитник Тарбетона в людей, а мне их делал. Хангласка, как тренер барни? Хангласка, овсая, без тренер людей. По Курусской Гаулана, уж тренер, он это Чапайга, ики тренер людей. Овсая, как итильяч, лердахат и холба? Та итильячлер бит, тон агончаго, барда, жартана жар, он атан, то бу тяхо бу пандемия это тяхо влияет дата, рок пара олор бутин ген, а я олор тяхо жар тядю пара олор, тондук, пока. Когда курахте хен ягати, бу курахте? То курахте хивит хен результат бар, то катон каралар бутигар кара. Результат всего лох каравоза распотерял тет китенчал тахлах караларга он на командной геблигин волоттер за золото кисельдер он на доктор бит финалистер бит сохтер а так улахам воза раскати баллер командной гедане юс мистер лывит он на тати доктор с таким мистер не баллер. А вот вчера было вот Борис Борисишко. Или мне вчера трудно? Микс «Булочный лук» 2004-2005 года рождения. Первый щит. Команда «Горного Луса». И команда «Султанского Луса». Серию начнет команда и ждут своего сигнала. Девять. Золотой финал закончился со счетом 142-148 в пользу команды Султанского Луса. Поздравляем команду Султанского Луса золотой медалью первенства. Поздравляем команду Горного Луса серебряной медалью.
поздравляем команду. Итак, по первому счету работа стреляет команда города Якутска в составе Васильева Аина, Ишколова Виктория, Колесова Наташа. По второму счету стреляет команда Мегина Кангаласского Руса в составе Дмитриева Аня, Зырянова Катя, Попова Камила. Восемь. Восемь. Девять. Восемь. Восемь. Девять. Победителем золотого финала становится команда города Якутска. Поздравляем. И серебряную медаль завоевала команда Мегина Кангаласского Руса. Поздравляем. Поздравляем команду города Якутска в составе Васильева Аина, Ишколовой Виктории и Колесовой Наташи. Желаем. Так, команда Сунтарского Луса стреляет по первому счету в составе Анисимов Тимур, Попов Олег и Трифонов Василий. Команда Сангаласского Луса стреляет в составе Владимир Родиус, Дьяконов Виктор и Суховской Денис. Объявление победителя. Команда, пожалуйста, на линию. Победителем классический лук юноши становится команда Сунтарского Улуса в составе Анисимов Тимур, Попов Олег, Трифонов Василий. Поздравляем с серебряной медалью команду Сангаласского Улуса в составе Владимиров Джилус, Дьяконов Виктор и Суховский Денис. Поздравляем также тренеров. Желаем всем здоровья и успеха. Сюда, к судейскому столику, для награждения. Классический лук. Пройти на линию. Команда города Якутска в составе Егорова Аина, Захарова Клава, Олесова Хаскалана. Их соперница команда Сунтарского Руса в составе Иванова Инга, Потапова Ольга, Сун Алина, Альяна. Come on.
9-10. Победителем становится команда города Якутска в составе Егорова Инны, Захаровой Славы и Олесовой Саскланы. Поздравляем! Также поздравляем команду Сумтарского Луса с серебряными медалями в составе Иванова Инга, Потапова Ольга, Сон Альяна. Последний финал на сегодня. Классический лук юноши. Команда Сунтар, команда Чарапчи и Горного Уса. Достойный перевид. Классический лук. Юноши 2004-2005 года рождения. По первому счету стреляет команда Чарапчинского Луса. В состав команды входят Корякин Виталий, Охлопков Кеша, Федотов Иван, тренер Майоров Сергей Захарович. По второму счету команда Горного Луса в составе Андреева Сергея, Дичковский Петр, Осипов Кирилл, тренер. Победителем первенства становится команда Чарапчинского Луса. В составе Корякин Виталий, Охлопков Кеша, Федотов Иван. Поздравляем! Также поздравляем команду Горного Луса с серебряными медалями. Андреев Сергей, Дичковский Петр, Осипов Кирилл. Республики. Посреди звука и сейчас награждение. Я крафтовый тех.
Карцкагат и городтар. Горнайтер. Чурапчылар. Тағаластар. Ағарда көй егітінен? Мақтал. Фидада Ваня. Кәрәкім Итәлі. Ақылықап кеші. Бастығы бұдың чемпион нады бұд әрді нарекес болар дейді. Майоров Сергей Захарович. Бұл нені үкі көрақ тегеген мен нар екес болар дейді. Түнде бұл үйірілі қайы өкәлді. Мен бұл хас бәс сылым болар. Екі қыл. Мен төрді сылым қағынан әрі. Е, бұл тұқытын, оқытын олар көтігір қантан бұл көтігі өнді қасумалағай білеген еге оқытығыныды? Мен оған білеген сүйісті тақатын жүрдіп олар комплект барды. Оны ол ұлыс қатшы бұды. Бәләқ мені барды комплект аға. Отуттан тақсалақ бәмі бұдым. Оттығы оқ өтігін табылы көтей? Хәбілі бұдым. Хәбілі өтім. Әбәмі тәтшенім, яқы көдір Әмін жаным бұлтшыттар әлдінанның ғытар тоққа бар дебеттір. Оны оғатыңнан ден шуэйден кейі қараған жарықтадар. Оны мәлтәуәд, оны хәдден берін ауырыд. Әлдіген ақсанын ұтабын. Мен бама мәме ақчут кандидат әді әлдіген әкәпсәді кәсәді бұта рақ Москваға, оны манна жұтаға ең баран кейсі бүйті алдым. Әлдіген мен әмейін келейім ұлықан. Аңға оғытан әрәтшілерге тұқтен бағаған алақыды, тұқтен сөбе леті кеді? Ама әтті тұлғыр нада олда, техника бартын атырпат ойды қынады. Жарттын әйқанады, тренер тұлғынсы әйқанады, оның ұлықан бағанады, оның сол тұрғын әйқанады.